Всем доброго времени суток, быстрая передача автомобиля. Это Наслада X-Trail Cross 2019 года выпуска автомобиль. Значит, у автомобиля всего лишь один владелец. Классная комплектация, красивый внешний вид. Симпотно смотрится. Теперь переместимся в салон, посмотрим состояние салона и пробежимся по комплектации этого автомобиля. Здесь у нас с вами вот такой чистенький ухоженный салон. Сиденья, карты дверей в хорошем состоянии. Спереди у нас с вами такой же чистенький салончик. Сиденья, карты дверей, панель. Также водительская дверь. Состояние хорошее. Так, значит, давайте дальше пробежимся к комплектации. Как видите, у нас с вами имеется мультируль, все стеклоподъемники, регулировочка зеркал. Механика у нас с вами пятиступенчатая. Здесь у нас с вами располагается управление режимами, то есть это стабилизация, можно включить стабилизацию, либо автоматический режим. Это у нас по езда по снегу, а это у нас по бездорожью. То есть как тут нарисован, наверное, скорее всего по пустыне. Ну и также у нас с вами еще имеется спорт режим. Так, значит, есть подогрев передних сидений на три режима. Отопитель салона с кондиционером. Вот такая вот магнитолка на базе Android. Можно просматривать клипы, также можно слушать радио. Пожалуйста, все есть. Такой же функционал, как и у вас на телефоне. Также есть навигация. Можно включить радио, пожалуйста. Тоже все работает. Также вот автомагнитол имеется. Камера заднего вида. Камера, кстати, довольно хорошего качества. В комплекте будут полный набор ключей плюс автозапуск от фирмы Starline. Сейчас мы с вами зайдем в автомобиль. Ровненько работает мотор, ошибок никаких не горит. Пробег я вижу на спидометре 49 тысяч километров. Так что вот такой вот красивый Lada X3 на ваших экранах. Машина у нас в наличии. Приезжайте к нам на осмотр. Вместе с вами заведем, прокатимся, сделаем тест-драйв, устроим автомобиль. Прямо же здесь можете его приобрести по системе трейдинг, кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Хорошего настроения. Всем доброго. До свидания.